Всем привет. Поржать хотите немного? Сейчас в магазине находимся. Победа. Вот смотрите, сегодня число. Вот здесь написано. 1 апреля. Только что на чеке. Вот. Купили ряженку. Купили кефир. Вот даже на чеке здесь есть ряженка. И вот он кефир. Самое интересное, сегодня 1 апреля, а дата изготовления 2 апреля. Вот здесь написано, где у нас тут час, число, месяц. Час, число, месяц, год. И здесь это самое. 2 апреля. Вот такой прикол в России.